Хохлов. Торбинский. Глушаков. Торбинский. Хороший пас. Вагнер. Вагнер. 2-0. Вагнер, который вроде бы медленно бегал и мало работал. Но класс есть класс. Не обязательно много бегать и быстро бегать, если ты приносишь пользу команде. Гол плюс пас у Вагнера. И, похоже, этот гол приносит Локомотиву... Ну, конечно, мы не забегаем вперед. Я просто скажу о том, что с 2-0 Динамо будет спастись. Ох, как сложно. Браво, Торбинский. Сейчас классно разобрался Дима в эпизоде. Из правой ноги выдал изумительный пас Вагнеру, который пробил очень неудобно прямо под колено Габулову. Вратарь как мог сложился. Если вам показалось, что он допустил ошибку, я с вами не соглашусь. На самом неудобном расстоянии от опорной ноги полетел мяч. На неудобном для Габулова. На всякий случай Вагнер посмотрел, не было ли положения вне игры. Нет, его не было. 2-0. Локомотив впереди на 51-й.